Привет. Вчера хотел написать обзор, но ничего не получилось. А не получилось по той причине, что просто не шло. И я хочу вот заметить какие-то поточные обзоры. Наверное, я их не буду писать. Хотел написать обзор о кино, о фильме «Жажда смерти» с Брюсом Уиллисом. Но не пошло. Опять же, не пошло, хотел, хотел, и все бесполезно. Вспомнила цитата Жванецкого, что писать, как и писать, нужно тогда, когда уже нет мочи. Ну, по-моему, в данном случае она исключительно применима. Посмотрел много видео по созданию YouTube-каналов и пришел к выводу, что нужно находить свой язык. Что-то свое вещать, не ориентируясь на какие-либо другие каналы. Находить, своего рода делать что-то в стиле Тарантино, что где-то делать своего рода мозаику, что-то находить у кого-то и перебирать себе. Что-то подходит, не подходит, в общем, экспериментировать. Вести рубрику «Любимые фильмы», наверное, скорее всего, введу, когда уже своего рода энтузиазм появится. И первым фильмом хотел бы, и, наверное, и будет, это фильм Роджера Спотисвуда «Стой, не то моя мама будет стрелять» со Сильвестром Сталлоне. Фильм, который Сильвестр Сталлоне просто люто ненавидит. И который 10 лет назад был в списке худших фильмов всех времен и народов, у которых тогда рейтинг был 2,2. Сейчас рейтинг 4,1, насколько мне известно, на Кинопоиске рейтинг уже близится к семерке. Я этот фильм всегда любил, смотрю, пересматриваю, он в списке моих любимых. Можно ознакомиться с моим списком любимых фильмов. В общем, об этом фильме я как-то отдельно расскажу и буду рассказывать по мере, наверное, пересмотров о любимых своих фильмах. Буду затрагивать и рассказывать, что с ними связано, почему они в какой-то определенный момент были любимы, почему они остались в списке любимых, почему они выдержали пересмотр, потому что некоторые фильмы, которые числятся в любимых, не выдерживают пересмотра. Вот, допустим, как фильм «Крамер против Крамера». Он всегда числился в списке любимых, но пересмотр... Ну и хотелось бы, конечно, услышать какую-то обратную связь. Может быть, у вас какие-то есть мысли по развитию моего канала. Я бы хотел что-то выслушать. Обратная связь всегда хорошо, но... В общем, я готов. Готов услышать ваши мысли и ваши размышления. Ну и завтра, 6 апреля, день рождения Александра. Пока, увидимся.